Хочу поведать очередной геополитической победе великого заботливого пахана всея России. А ой, не пахана, этого любимого президента заботливого с прицепом СКИФ по декларации. У него в декларации прицеп СКИФ, на котором он возит щебень и делает набережные людям в городах. Но, сейчас я покажу об очередном его успехе, даже не находясь и близко, он добился. Как вы помните, россияне говорят, нужно пострадать ради своих рабов, своих лордов. Спустя месяц снова цена 14,49 за килограмм прекраснейшего сыра. На вкус как настоящий абсолютно сыр, а не то, что из дешевого сегмента в светофоре. Опять за 300 рублей предлагают здесь качественный сыр. Вы же понимаете, что это идет вразрез с философией рабов, которые говорят, что нужно мучиться. От этого они испытывают счастье. А с 14 злотами, 15 злотами или 300 рублями килограмм, за килограмм сыра особо ты не настрадаешься. Поэтому здесь одно сплошное несчастье. И Владимир Владимирович сделал все, чтобы здесь поляки страдали. Он опускает цены в магазинах «Бедронка». А кто, если не Владимир Владимирович, мог бы достичь такого успеха? А, кстати, давайте посмотрим опять. Может, наконец-то поляки одумались и стали делать меньше 1 литра упаковка, чтобы хитрить на этом. Как бы цена не растет, но объем-то падает. Но везде литр. Не могут они по-человечески сделать, хитрить. 0,7, 0,68, 0,68, 0,63, но нет, все время литр. Да, конечно, этот сыр появляется цена в 15 злот, точнее 300 рублей, если понимать в российских рублях, раз в месяц. А в течение месяца она лежит по цене примерно 20 злот, 400 рублей за килограмм нарезка. Но, извините, Владимир Владимирович, на прицепе СКИФ устает, он ездит много. Тем более сейчас особняк построенный по всей стране. Для детей строится на побережье Геленджика. Охраняется даже, очень серьезно охраняется. Не дают туда подлететь, потому что все для детей, все для россиян. До чистого, честного рубля. Давайте еще посмотрим, может, тут литр продают молоко. Ну, шанс есть еще. Ну, 5 литр. Не смогли обмануть. Опять обмана не произошло здесь. Ну, что же это? А ведь обман это золотая основа российского режима, по которому можно лишь испытывать счастье. Ну вот порошок, 5,120 рублей за килограмм визира. Но на сайте Allegro можно купить за 40 рублей килограмм, 10-килограммовую упаковку надо брать там, правда. И тогда килограмм без порошка будет 40 рублей. И то надо через интернет-магазин Allegro. Вот порошок Е. Такая упаковочка приятная, да? Мягкая. Цена за 1 килограмм 90 рублей. 90 рублей. А визир выглядит вот так, за 120 рублей килограмм. Но
Лучше на Allegro брать. По 40 рублей килограмм выходит порошок. Он продается в таких же упаковках.